Всем привет, вы на канале Happy Player. Сегодня на обзоре игра под названием Fireball. Эта игра вышла на приставку 3DO Panasonic. Немножко поиграю в игру, выскажу потом свое мнение об игре. Ну и далее я выложу ролик на свой YouTube канал. Так. Очень говоря, это пинбол, как вы поняли. Очень даже неплохой пинбол в плане оформления самого игрового стола. Возникают такое ощущение, что ты как будто играешь за реальным, ну, этим игровым автоматом в пинбол. Даже вот звук от этих ножек, когда ты ими двигаешь, тоже какой-то реалистичный. Ну, японцы делали игру, а японцы делать игры умеют. По управлению здесь на клавишу L левая ножка движется, на R, ну R1 это как в PlayStation, да, правые ножки двигаются. В общем говоря, вот такой вот был маленький обзор, ну а тут обозревать-то и нечего, просто гоняй шарик туда-сюда. Очень неплохой пинбол. Если вам нравится игра пинбол, обязательно сыграйте именно в пинбол от 3DO, который называется Fireball. Вы были на канале Happy Player, и всем пока.